сеть утекли фото Huawei P20 Lite с двойными камерами и выемкой на дисплее. На фото видно, что смартфон не будет иметь физической кнопки «Домой» на лицевой панели, а сканер отпечатков разместился на задней панели возле основной камеры. Сама камера двухмодульная и вертикальная. Один модуль наверняка будет черно-белым, второй RGB. Плюс модули будут оснащаться 26-мм линзами ASPH, созданными вместе с Leica. Учитывая, что флагман Huawei P20 станет первым смартфоном с тремя модулями основной камеры, появление Leica на среднебюджетной модели вполне оправдано.